Всем доброго дня. Вот, знаете, сегодня у нас что случилось? Мы пошли на море, а на море полные грязи вообще, полные каких-то отходов. То ли это соседний отель сливает, то ли с этих корабликов, и бутылки, и пакеты, и туалетная бумага, и вилки. И все море было грязное, сейчас грязное, наверное, вам не видно. Вот там люди в сторонке плавают, а спирсы, там одна грязь, я не пойму, то ли соседний отель сливает, то ли чего. Вот такая история у нас, вот такой отель у нас. Миломы Лакшери Резорт находится под Бакаларом. Очень обидно, что какие-то нечистоты сливают в море, или что, откуда, это непонятно даже. Но море сегодня очень-очень грязное, очень.